Понимаю. Две клятвы. Оп, топорик. Ну хоть зов кому-то. Ну, Монород, мне нужно, чтобы не было этой синхронизации. У меня не окно, у меня полный. А, погоди. Я туда ролю, если что. Все, я понял. А нет. Ну да, Роги отдавай. Все, на мейн раунд. Приор есть. Для Роги. Проебал 89, непонятно на что. Резист 85. Резист, у тебя же коня нету? Ну все, резист отдавай, да. Монрод, ты имел в виду все галочки поставить? Типа и окно, да, и макс размер и постоянный размер? Убрать, только у меня не было окна. Окна. Я не знаю, может типа в GeForce Experience посмотреть? Может, он это привязывает. Стока, короче, вихрь разряжается. Ну, стока агро дает. То есть хуже, чем у протопала в 2-3 раза. Стаки слетают. Нахуй не надо, короче. Лёх, ты тут? Да, здесь.
Ну давай, меняй на Джайну состав. Че, давай я Джайну потанчу, дамага вообще не получаю. Мозера закинь. Все. Окей. Гевка, промоут есть, ставь метки. Распределяй всех. Я релогаюсь, распределись сам. Да. Встаньте как это. Крылов-то поставьте и все. Крылов-то, да. Все можно поставить. Да, примерно сами распределитесь. Короче, этот Войд поводит. Да давай я Палат. Постью на этой хуйне. Вообще заебись. Я... нахуй. Что-что? Там аркан магия. А там похуй, там у меня абсорб по 30 тысяч. Стычки. Плюс у меня пистрон есть. Пистюн. Я просто говорю, что... Пистюн. Я буду подбивать гораздо больше, чем кого-то на мобах и на, блядь, джайне. Так у меня блок еще. Там вообще, ну давай попробуем. Там просто спина не хуярит. Так синера вообще. Хуй... Тебе ничем не поможет. Единственное, что тебе поможет, это абсорб. Абсорб по 30 тысяч, прикинь, по 30. Она столько не бьет даже. Ну только из-за того, что у тебя, блядь, резиста, этот на варе, блядь, нихуя не на аркан. У меня сопрос 180. И пистрон, это сотка, 130. Ну, короче, давай попробуем, хилы пойдем. У меня, блядь, на аркан 255. В общем, на аркан сейчас скажу сколько. Если будет прошибать, тогда поменяй. Ага. Кават тогда поводит. Просто метки поставьте и все. На этом как бы... По хилам, короче. Полина возле трона. Ростя против Полины. Розария лево, как смотреть на меча. Элбрил с Матеолой справа. Все. По танкам Войд будешь стоять. Поделить. Шкаф. Освободите кто-нибудь череп, Долорес или Анкил, пожалуйста. Как понять освободить? Из рейда выйти? Ну, в смысле, типа, я на второй фазе туда встать хочу, отсюда рейд видно лучше. Ну, так встань, чем мы тебе мешаем. Ну, втроем, типа, слишком жирно просто. Проси, ты в какой метке стоишь? Трусы. Вот сейчас. Сами разойдитесь и посмотрите, где народа мало, где много. Мозер. Что-то в трусах много. Может кто-то АФК что-то просто. Буду, короче, в луне стрелять. Или вообще под босса. Мозера нету. Блин, вешай тогда на Войда орехи. Кават готов? Да, я тут. Мы все готовы. Ладно, запускай.
Да, иду, иду. Где эта сучка? Да, да, Коника. Кават, на огненной фазе попробую подержать, там, посмотришь, как меня пробивать будет. Ну, типа 10 стаков. Просто в чат посмотрю. У тебя щит этот есть? Нет. С робота падает. С робота падает. Да, топ. Саппорты обновите, у кого кончаются. Сколько будет Джайна идет? 15. 10 минут точно не хватит. Вой, забирай с меня, его убьют. Так это ж первый. Если я увижу труп без саппорта, это 1000 ГП, и снять ее не получится. Сколько вагона? Девка, подними Фарада. Девка, где БР? ГП ему начислишь. Ну нет, БР был, он не встает. Шторм сейчас. Да что за хуйня, он АФК что ли? Типа он с пола вообще не бил. Ну его в аккаунте нету вообще. Я тоже готовность не подтверждала, но и не был. Как пропустили. О.
Там смотрите аккуратно, у кого-то ревностный ток. Хорошо, тема. Ай-яй. Да, я ничего не... Сокрушительно добить. Не забирай, скажу. Просто стой. Труса, три человека. Ебать. Ты чё, блядь? Я думал, не сдохну. На кого-то перевес. Дашь марсалар. Я убрел счет 40 по себе бежать. Пап. Че бабу? Че бабу не прожил? После крыльев. Поднимайте трупы. Хпала. Войда. Метеола. У этого Войда ЖНН хулипала. Метеор? Это вообще пиздец. Че, лужу туда вынесли? Вот Метеола. А мне деф уже. Будет. Че, рыбайте, плачу.
Дайте дек. Минус 4. 5. Я захожу. Поначитай всего, ага. Прикольно. А чё вы так лужу выносите? Кто вот так вынес лужу? От звезды влево. Парада особо. Серьёзно. Кому сколько начислять-то? На Анакс тоже с вида. Чё на троллях? Долорес, хорошо, что ты за мной побежал, иначе я тоже бы упала от них. Ты про метеор, что ли? Да. А просто хз кому начислять, я что-то не особо проследил. Бля, там, короче, справа еще метеор, кто-то... После убийства я начал... Разбежались из метеора, просто выбежали из него, типа они с метками и решили не закрывать метеор вообще. Слышишь, Лёха, начисли после убийства. После РТ, точнее. Видео есть? Да. Ну всё, ребята, вы попали. Сманец. Вторая фаза, босс тупо на мне. Никто не забирает. Третья фаза тоже на тебя? На. Водит кто? Вот, ты на трошечке. Не, не пускай, я положу. Будет на трошке, пускай вот там сейчас. Суманите. Я положу, быстрее будет. Да, в подтоваре вообще тяжко водить. С ДК-шку легко. Мне вот просто интересно, почему хил должен закрывать игры? Если мы с Долоресом бы не закрыли, там бы вообще туда никто не побежал. То мы там были вдвоем, и чуть не, меня чуть не откинуло. Чек на присутствие. Не могу, я оружусь. Розария, череп, Элбрио, Матеоло, Луна, Простя, Трусы, Полина, Звездочка, Девка, череп. Ты слышишь вообще? Я их распределил. Ну, я РДД хочу. Нахера, пускай. Ну потому что я не хочу вайпа. Типа опять вайпнуть, потому что... Сами распределиться, без проблем. Но закроют. Да, блять, почему сейчас в трусах не было? Ты видишь, что людей мало, почему ты не можешь туда сместиться? Ну потому что в моей метке тоже мало. Сейчас черепа было человек 6, наверное. Но... Ну, блять, почему вот люди не могут сместиться? Ай, смещаются сами. Ну я ебу, блять, может шило в жопе, может руки. Надо никого распределить, забей. Все, поехали. Даю проверку. Все сами должны распределиться. Тем более сейчас 3 танка. Побегают, позакрываются метеоры в соло. Полина, Женуэн, Мозер. Ладно, дайте. Кому что не хватает? Рыбы не хватает или что? Есть рыба. Мана пила. Короче, я вожу, так что это треть удоносить. Даю проверку. Еще раз. Вага запускаю. Бегать в танке, закрывать, блять, метеорит. 3 танка, 3 метеорит. А
А может на танков метки дать, чтобы если увидели, что метка закрывает, чтобы отошли? Зачем? Ну типа они все равно закрывают, помогают. Да, все закрывают. Просто тут вероятность выше того, что закроются все метеориты. То есть, грубо говоря, ты берешь на себя метеорит, который в трусах, Кават берет, который в черепе, я беру, который в луне, и стоим, все. Звездочки там сами закроют. Сейчас кто на боссе? Я. На боссе все как обычно, просто Кават помогает трэш там держаться, а я положу. Меч Кават. Сколько у тебя резиста? К огню? Ага. 500. Ну что? Ты чарку? На наручи сделал? У меня трое наручи, одни на хп, одни на резист к огню, одни на арка. Трое наручи. Заберу еще на что он скоро уже должен быть. Ничего не напоминает. А какая способность Джайны вешает КД на обилку? Долго как? Стабильная магия. Как ее отследить? Дебаф на тебя. Дебаф на тебя вешает на 10 секунд. Сбежались обратно все стали. Че вы там стоите отдельно? Стали все вместе. Вот чат. Просильцы. Отъедет. Лучше там не отвлекались. Забейте его нафиг. Решил. Второго заберу. Ну, шторм скоро. Спасибо, Кирс, что ты ко мне встал. Место уже не можете поделиться. Мало места по всей платформе. Так, как бы, да. Потихонечку. Скажу, когда убивать. Убиваем. Идем. Забрал. И скоро шторм должен быть. Она не на всех вешает. На всех. На всех людей вредим. Как аура на Синдре. А в саппорт может уйти?
Вот, блядь, на тебя кидается дебаф. Любая следующая билка у тебя уходит в ГКД на 15 секунд. Любая. Кричишь лишний раз на ХП, на АП. Блядь, хуйню какую-нибудь любую заешь. Просто сливаешь лишний. Либо ждешь, пока дебаф спадет. Да я знаю. Просто я заметил, что она не вешается. Просто ты моментально сбиваешь. Покажу, когда бить. Бейся. Че тут скоро что мне? Следующий. Где скоро? Забрал. А, увидел. На удар героя вешается она. Все долго доходит. Да он у меня, ну, он отдельно. Не на панели. А, у тебя просто в макросах прописано? Да, в макросах. Сижу, блин, голову ломаю. Жались быстрее, активнее, блин, следи трэш, и я закрою портал. Давайте два мобчика один, поехали. Давайте. Все, разбежали, ставим. Мопчик пускай там на тебе потусуется. Сейчас кнопочка будет. Нажали. Все, забираю на себя босс. Учи. Метки. Метеоры. Каким пламенем нахрен? Все нормально. Дальше. Учи. Если метки сразу будут пойдут к боссу. Теора. Покрыли. Диким пламенем нахер же, наверное, тут. Дебафы там светят. Вот там дебафы лишние есть. Чентроль. Чентроль. Да, вот это. На инжектор. Живи. Ему тоже минус 30 дал. Метки. Теоры. Закрыть левый, блядь. Отлично. Диким пламенем массакру отдам. Там, блядь, сейчас сдохну, чернотролля подхитить. Лучи. Метки. Метеоры.
Босс уйдет, херачим босс. Хуяло слышно или нормально? Нормально, ну так приглушенно, нормально. Чего, не будет больше хуя. Смещаемся. Два коллапса было. Сейчас аккуратно. Че, никто не сдох вроде, да? Ура, это, поехали. Хуй, 10 лямов. На, отец. Боря. Боря. Гена, проносишь, когда до купола будет? Секунд 15. Боря. Луч. Еру дайте там. Натиск. Боря. Когда там скоро купол, да? 30 секунд еще. Готовимся к куполу. Жалость. Буря. Все. Дружно. Блять, я тупой. Дружно побежали. Все. Резиста там протхильте немного. Я подержу просто. Там два ляма добить. Кэти сносим конденсаторы и все, вы заебить. Кофер не ловить. Хуёво, что луч перед куполом был. Замедлил, пидор. Хорошо, что я второй пробрал. Просто 10 к 11. Кир, станешь там это. Косты покика, жену я накраплять. Даже не пять, даже стоит. Да Лорус, да не заигрывайтесь вы в эти конденсаторы. Не заигрывай. Добьется, лишний круг пробежит. Все, забирай босс. Уярим босс. Забили на все, там вода надо добить. Нужно натиск. Уярим. Просто хуярим босса. Немного ДПСа не хватило, блять, чтобы без купола. Да, был бы долгонок. Хватило бы. Ну, блять, вот кстати, если бы два танка были, хватило бы. Да. Вагоны, вы чё поумирали-то? Ты сам ответил. Вагоны, хули.
Не, ну я так про детали узнать. Чё там, поджайни есть у кого со второй фазы? Ой, я не обнулял. Плюс катализатор, плюс вот этот маленький трэш. Первым рейде хожу, первым рейде хожу на джайны, только без купола, запомните. Всё, я увидел, что это реально, блять, так что входим без купола. Если купол, то уложимся, да? Да. Гевка, ты что, добил, что ли, джайна? Скорее всего. Хотя... 6-5... Не, я не добивал ее. Это я просто там сейчас в конце трэш вылез. И по катализатору чек, типа 870к. Короче, ты просто лютый. Какой полезный лут. Сядь, смотри, что упало. Поднимите. Лестница, лежу. А добил, знаешь кто? Добил сядь, Джайми. Скорее всего. Похоже, да, на правду, там да? Сядь, сядь добил. Да, да, да. О, светение упало. Че, мы все, да? Ну да, на сегодня все. Очень. Будет завтра охота, во сколько будешь собирать? ЕП начислить. 9 и 6. Сейчас слот дадут, раз начислю. Зайди. 2%, да. А я потом ГП начислю. Я в четверг собираю. Никому топор не нужен, блин, это жесть. Вот это вот обидно. Бывает. Сейчас бы клиентов на джайну брать. Розари и анкил по 89 вдвоем. Рерольте, Розари и анкил. Да лучше без купола, блять, ебануть ее. Холи паладин заролил. Не, без купола само то. Само заебись. Конечно, само то. Начислили. Сдавай, ГП. А, ну это смотреть надо. Попробуй, занимайся. Да, же, наверное, холи паладин. Можно? ЕПшку начислили? ЕП дал, да. Гевка там видос посмотрит, ГП начислит для первого пул. Окей, хорошо. Да. Портал магии поставьте. Чё, блядь, поменялось, когда я зашел? Все жил. Вроде. Ты анонсил потихоньку, а там не анонсили, и как бы люди маленько заслакались. Да, чё там анонсил? Ну ты же анонсил, ты что-то там болтал. Дело не в анонсе было. Метеор проебали позорно, как ДВ рейди, блядь. Ты охуй, значит, надо делать. Не напоминай про ДВ. Это вообще пиздец там был. Одинация людей. Ну, последний пул был нормальный, но там была фишка, Гена, слышишь, сегодня первый раз такую хуйню увидел. Типа, знаешь, этот, бьем конденсаторы на куполе, да? Тут визуалка купола пропадает. И люди думают, что все, типа, фаза закончилась. Фаза закончилась. И а конденсаторы есть, и лезвие хуярят дальше. Да не так же быстро, нахуй.